сотрудниками управления Россельхознадзора по республикам Хакасия и Тыва и Кемеровской области совместно с инспекторами ДПС по городу Абакану 2 апреля 2019 года проведено рейдовое мероприятие по контролю за соблюдением ветеринарного законодательства Российской Федерации при осуществлении перевозок подконтрольных Госветнадзору грузов. Документы на рыбу есть? Есть. Давайте, пожалуйста, посмотрим. В ходе рейда сотрудниками управления выявлено нарушение при перевозке мясной продукции в ассортименте в общем количестве 230 килограммов. На полуфабрикаты и мясо, предназначенные для предприятия общественного питания Абакана, отсутствовали ветеринарные сопроводительные документы. Движение груза приостановлено, выдано требование об устранении нарушения. В отношении виновного лица составлен административный протокол. Россельхознадзора по республикам Хакасия, Тыва и Кемеровской области совместно с полицией города Абакана республики Хакасия проведено совместное рейдовое мероприятие. Лошади пошли. Лошади, смотри. Лошади. Кроме того, подозрение инспекторов управления вызвал автомобиль КАМАЗ с прицепом, перевозивший лошадей из Усть-Абаканского района в сторону Красноярска. Транспорт после преследования остановлен сотрудниками ДПС. При досмотре выявлено два нарушения ветеринарного законодательства. Животные разных полувозрастных групп в количестве 40 голов перевозились без ветеринарных сопроводительных документов и с нарушением ветеринарно-санитарных правил перевозки лошадей. В отношении перевозчика составлены административные протоколы, выдано требование об устранении нарушений. Сотрудниками полиции проводится проверка на предмет причастности нарушителя к кражам животных.